Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня пару слов о счастье. В более ранних видео я как-то говорил про то, что счастье – это результат гармонии трех моментов жизни. Это рефлексия, это, собственно, переживание и действия во внешнем мире. Сегодня мы поговорим о действиях. Конечно, нам нужна смелость делать, но должен сказать, что для того, чтобы не делать, расходуется то же самое количество энергии, как и на то, что делать. И что именно делать конкретно? Вот для того, чтобы вести счастливую жизнь, как я заметил по опыту многих моих и коллег, и по своему опыту, по опыту клиентов, есть три важные составляющие в плане активности. Это должен быть долгосрочный план и часть действий, которые помогают этот долгосрочный план воплощать в жизнь. Это обязательно должна быть какая-то ежедневная активность, которая дает удовольствие, радость, наслаждение, если хотите, от жизни прямо сейчас здесь. Очень простые, маленькие, конкретные вещи. Например, там, выпить свежий чай и быть погруженным именно в это занятие, пусть 5 минут в день. Прочитать что-то, свою любимую книгу, полистать блог, тот, который вы любите, получить от этого кайф. Вот спокойно это сделать, там, съесть шоколадку. Подвигаться обязательно. И очень важный третий момент. Третий момент – это тоже активность, только она немножко другого рода. То есть мы сверяем, что происходит. То, что мы делаем, движет нас в ту сторону, как мы себя в результате всего этого чувствуем. И при необходимости мы корректируем свой курс. Все просто. Вот так. Так что действуйте, и все у вас получится. До встречи в новых видео.